Сегодня в групповых турнирах встретится еще несколько команд. В Москве сыграют Польша и Сенегал, а в Саранске как раз в эти минуты, как уже говорил наш корреспондент, в Санкт-Петербурге играют Колумбия и Япония. Поддержать сборную своей страны приехала японская принцесса Хисака Такамода. Перед матчем ей устроили культурную программу, показали музей изобразительных искусств. К слову, это первый визит представителя японской монаршей семьи в Россию более чем за 100 лет. Принцесса – большая любительница футбола и ездила на все последние чемпионаты. Но болельщики по всему миру тем временем обсуждают кадры из Ростова-на-Дону. Полицейский показал, что умеет обращаться с мячом не хуже профессионалов. На испанских фанатов, которые оказались рядом, это произвело неизгладимое впечатление.